Здравствуйте, вот сам телефон. Экран у нас в пленке. Состояние со всех сторон идеальное. Крышечка у нас тоже в пленке. Открываем. Труд он, соответственно, работает. Фонарик работает. Заходим с вами в настройки, подключимся сразу к Wi-Fi. Это обновление желательно отключить, ну, советую так. Аккумулятор у нас с вами 100% емкость. Face ID сейчас настрою, покажу после каждого сканирования. Завершилось первое сканирование. Продолжаем. Завершилось второе. Face ID настроен полностью рабочий. Также кнопочки все работают. Громкость вверх-вниз. Звук. Все чистенький, все работает. Wi-Fi видит, соответственно. iCloud нет. Также по зарядке все идет. Далее камера. Камера все приближает, снимает отлично. Широкоуголка все работает. Также фронтальная камера. Чек идет у нас на покупку от 21.01.22, то есть этого года. Полностью в идеальном состоянии, полностью рабочий. В комплекте чек, чехол, коробка и, соответственно, документы, сам кабель идет. Телефон в идеальном состоянии, состояние нового, не боюсь этого сказать.